Военные летчики провели уникальную операцию по доставке гусеничного бульдозера для расчистки завала у реки Буреи. Машину весом около 20 тонн перевезли на вертолете Ми-26. Сложность была в том, что вертолет пришлось заправить для перелета только в одну сторону, иначе он не сумел бы поднять столь тяжелый груз. На обратный путь Ми-26 снабдили топливом из авиационного заправщика, который заранее перебросили к месту проведения работ. Подрыв оползня, между тем, продолжается, а запасы взрывчатки пополняют тоже с помощью вертолетов. С аэродрома «Украинка» вертолет Ми-26 бригады армейской авиации «Хабаровск» вылетел с максимальным взлетным весом. Масса составляла 56 тонн. Топливозаправщик, который также был доставлен сюда, под эту массу груза был подобран специальный остаток топлива, с которым мы сюда пришли. Сейчас проходит дозаправка, то есть мы садились минимальным остатком. Для того, чтобы нам уйти, мы сейчас дозаправляем порядка 4 тонн и возвращаемся.